Здравствуйте, дорогие друзья! Приобрел себе новый альбомчик для купюр. Первый альбомчик у меня уже заполнился. Ну и там они купюрки прибавились. Ну вот такие вот. Это у нас Перу. 10, 50 и 100 инти. Корейские. Такие вот. Но это, по-моему, у меня получилось из двух серий. Эта серия была выпущена к столетию Ким Ир Сена. Вот такие. Знаете, вот уже и Димон делал обзор, и другие, и Евгений. Ну, вот такие вот купюрки у меня. Ну так, у меня не по сериям, так, купаю недорогие. Ну, интересный. Днестровье 1 рубль. У меня 5 есть в другом. Ну, пока в каждой стране по одной штучке. Где по 2. Вот Польша. 2 злотых 44 года. Состояние не очень. И бумага тоже. Мыть ее бесполезно. 50 злотых 86 и 88 года. Это пресс-состояние, это нет. Разные подписи, разные даты. Ну, это тут 20 злотых состояние не ахти. Ну, это я со временем заменил. Они недорогие. Вьетнамская 100 долларов. Ну, а тут что дарили, что было. Вот такие. Юань, 10 рупий. Казахстанские копейки. 1, 2, 10 и 20 тинов. Ну, и вот эти. Казахстан, 1, 3. Не знаю, 5 есть. Японскую вот эту Руслан мне подарил. Не знаю, кто изображен. Ну и Мозамбик с надпечаткой. 10 тысяч пенгю. 45-го года. Здесь даже есть на русском языке название. Она несколько раз перегнута, но какая есть. Ну, состояние не ахти у некоторых. Такие даже мавроди у меня есть. Билет на ВДНХ 50-х годов. Она даже не ВДНХ называлась, а Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Цена 1 рубль. Вот сохранилась. Вот такие. Ну, это я так вставил разные визитки. Мне еще вставил свои ученические, дневников не давали. Вот так, такая была, как ее назвать, ведомость. Ну и оценки. В первом классе не выделялся, но и не отставал. Вот таких.
до третьего класса почему-то они у меня. Еще вот такое удостоверение. Вот кто я. Это от завода. Курсы проходил и посылали в колхоз пахать. Разрешено работать на ДТ-75. Так что, если кому огородец спахать, это смогу. Вот такие вещи. Конечно, не по теме. Ну, все же. Еще в первом альбоме у меня российская прибавочка. Я его уже показывал. Советский. Вот. Руслан мне подогнал 10 рублей с номером 5 единиц и 2 нуля. Вот он, красавчик. И 50 рублей 97-го без модификации. Они рисуночком немножко отличаются. Ну, состояние средненькое такое. Ну, повторяться не буду. Я уже этот альбом показывал. Разные у меня. По теме, не по теме. Ну, старался классифицировать. Вот такие обновки у меня, друзья. Всего вам доброго. И удачи. Сразу не перевернешь. Пока.